Реликвии пророка Мухаммада, мир ему и благословение, из Бештинского участка вернулись в Махачкалу. Выставка в горном районе продолжалась 4 дня. О том, как прошел последний день, в сюжете Хамза Нурмагомедова. Сотни людей, сотни счастливых лиц с разных городов и районов республики. На выставку реликвии также приезжали из других регионов России. Все дрожит, я даже не могу слов найти. Я не знаю. Этот баракат от этого, чтобы хватило уме Мухаммада, саллаху алейхи вассаляму, и в нашу Кабардино-Балкарию, чтобы мы повезли вот этот нур, вот этот баракат. Слов нету. Есть эмоции, над которыми уже после начнешь просто осознавать, понимать. Сейчас просто, знаете, так как-то на душе так трепетно, эмоции, такие непередаваемые ощущения, повторяюсь уже, над которыми уже начну потом задумываться, понимать, что была, что увидела. Особо трепетно к реликвиям отнеслись местные жители, коллективы разных сфер деятельности, посещали благословенные принадлежности великих личностей. Среди них медики, работники культуры, правоохранительные органы. С прибытием этих реликвий нашего пророка, алейхиссалату вассалам, я хотел бы пожелать всему нашему району, нашему джамаату единства, мира и благополучия. Также всем нашим гостям, которые прибыли сюда к нам, надеюсь, они остались довольными. То, что от нас зависело, мы заранее запланировали, у нас было взаимодействие с оргкомитетом, были запланированы мероприятия, и работа шла в штатном режиме. Надеюсь, все остались довольными нами. Не то, что наша больница, весь Бештинский участок, не то, что Бештинский участок, соседние районы. Я очень-очень рада, альхамдулиллах, который это организовал муфтий от Дагестана. За это очень большой баркалла. Дай Аллах, чтобы такое еще и еще повторилось. Мне не жалко сегодня даже умереть спокойно, потому что мы, бештинцы, не ожидали, что такое когда-нибудь в далекой, глухой ущелье, придут к нам тоже вот эти святыни. Я Аллах. Атмосфера очень такая радостная, очень такая благоприятная. Конечно, жители и я, как глава селения Бешта, очень рады, что в истории не было такого, чтобы асары и реликвии нашего пророка, саллаллаху та'ала алейхи, не было в истории такого. Конечно, и народ бештинский очень рады. В селе Бешта прощаются с реликвиями. Мероприятие подходит к концу. Выставка приняла последних посетителей. Сейчас спорткомплекс, где проходила выставка реликвий, закрыт. Внутри него каждую реликвию упаковывают отдельно, после чего в сопровождении автоколонны они отправятся в Махачкалу к хранителю реликвии шейху Ахмаду Афанди. Хамза Нурмагомедов, Ахмадхан Абу-Невайсов, телеканал ННТ, Бишта, Бештинский участок Цунтинского района.